Если человек планирует с трейдинга жить изначально, зайти в эту индустрию, чтобы с нее жить, даже не начинайте. Ничего не получится. Ты не можешь. Почему? Потому что вот это постоянное давление. А мне нужно $500 здесь заплатить, а мне нужно $300 заплатить там. Оно будет на тебя очень сильно давить, и ты, по сути дела, из этой мелихи никогда не вылезешь.